Всем хэк, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезерзирка, и я продолжаю, хотел сказать, прохождение Старкрафта, но не совсем. Пока что мы от него отойдем чуть подальше и займемся чем-то другим. Например, попробуем поиграть в совместный режим и, возможно, еще сегодня запилим кое-что более веселое, кое-что более старое, то, что мы могли делать. Ну, в общем, покажу. Покажу. Надеюсь, вам понравится. Вот. У меня будет, скорее всего, игротека. Чё я конкретно запишу там, я пока не знаю. А вот они, как всегда, подгружаются там в большом количестве. Вот. И по-хорошему надо будет запилить еще стрим. Если получится это сделать, то... Ориентировочно я сделаю это... Послезавтра, получается, если что, сегодня... Какое там число-то, я уже забыл. Сегодня 24-е, 26-го числа, получается, если получится, то будет стрим. Это будет... кто у нас там? Ну, октябрь, естественно, да. Как бы логично, да? Вот, если получится. Если не получится, значит, сегодня будет. Сегодня у нас будет совместное задание, собственно... Как вы видите, у меня нет друзей, поэтому все очень грустно, да? Придется проходить случайным образом. Буду пытаться прокачивать дальше все-таки Хану и Хорнера. Вот, надеюсь, мне это все-таки получится. Получил 11 уровень, соответственно, мои единицы, если не участвуют в бою, восстанавливают здоровье. Это очень прям классненько. Ну и, в принципе, надеюсь, что получится что-нибудь попрокачивать. Возможно, покажу каких-нибудь еще юнитов. Как вариант, можно Стукова прокачать также, да, то есть... за остальных я попробовал поиграться, не очень мне понравилось. Не играл пока что за, соответственно, веселого Тайкуса. Может, за него попробуем. Вот. Ладно, давайте посмотрим, что будет. Что же нам там достанется? Будем пробовать траить эксперт на случайных заданиях, чтобы получить максимум опыта, если мы вдруг победим. Но это не точно. Все зависит от того, как буду не тупить я и не тупить мой напарник, который мне достанется случайным образом. Ну, вроде это Свон, чисто в теории должно быть, ну, нормально, как вариант, да? Посмотрим, как это будет на практике, конечно. Потому что обычно на практике все как-то печально. Так, а сколько, кстати, сейчас времени? Сейчас времени 8 утра, прикольно. Спрашивает, что я делаю в 8 утра, да? Записываю видосики. Ну а когда? Когда это еще делать-то? Минус 30-секундная, тысячно-миллионная загрузка. Ну, надеюсь, загрузится нормально. Я могу даже мышкой шевелить. Понимаете, да? Вот я шевелю мышкой, она быстрее загружается. Смотрите. Если бы. Ну, я загрузился. Он тоже. Все, шикос. Мы вступили в бой. Меня даже подфризнуло почему-то. Ну, ладно. Надо быть культурным.
Good luck там. Когда-то Меридия была престижным курортом, но теперь напоминает покрытую радиоактивным пеплом и лавой пустыню. Что поможет планете? Два отчаянных командира и их рабочие, что пытаются зарядить стабилизатор? Давайте проследим за их усилиями. Требуется больше минералов. Эксперты заявляют, что лава поднимается раз в несколько минут и сжигает все на своем пути. В низинах лучше не задерживаться. Не успел я, короче говоря. Похоже, лава немножко поднимается. По таймингу. Давайте проследим, как командиры пытаются спасти свои войска, отводя их на возвышенности. Недостаточно минералов. СМ готов. Две сотки-то, зараза, стоит? Нельзя построить здесь. Но она того стоит. СМ готов. Требуется больше минералов. Говорят, тебе нужна хорошая наемница. СМ готов. Да, мне нужна хорошая наемница. Ладно. Потихонечку подстраиваем. В принципе. Ты всегда так? Уровень лавы опускается, и на поверхности остаются кристаллы. Боже, теперь как же мы сможем это сделать? Собрать их до следующего извержения. СМ готов. Срочное сообщение. Добытые кристаллы позволили терростабилизатору стабилизироваться. Кто вообще пишет эти тексты? СМ готов. Нужно больше минералов. Так. Как сообщает наш сейсмолог Терри, активность в литосфере нарастает. Иными словами, готовьтесь к лавовому потопу. Готовимся, готовимся. Лава снова затопила низины. Съемочная группа UNN уже на месте событий. Враги быстро приближаются. Вид у них недобрый. Ну, разберемся как-нибудь. Минки должны успеть. Выброс лавы подходит к концу. Но не переключайтесь. Я уверен, самое интересное только начинается. 4 минуты до разрушения Береди. Командир меня не слышит. Я уверен, что их нервы на пределе. Ну и нормуль. Так, здесь как раз много народу стало. Ты строй здесь, ты строй здесь, все ок. Подстраиваем дальше. Нам нужно будет скоро больше виспена. И нам нужно забирать. Прогуляемся с нашими ребятами на всякий случай. Куда же телепортировать эту станцию? Не знаю, куда там телепортировать, но... Отследуют за мной. Пробуем занимать сразу базу. Тем более, что играем против таких же, как мы, засранцев. Оставь это мне. Это законно? Это будет относительно легко. Повеселимся. Рокот все сильнее. Ожидается значительное повышение уровня лавы. Ну и нормуль. Уровень лавы на Меридии снова поднимается. Прямое включение с места событий. Ой, смотрите, кто-то опять хочет нас убить. Веселимся. Давай, сержант, иди вообще не участвуй. Сейчас на ваших экранах развернется настоящее авиашоу. Восстанавливаю свои хпшечки. Придется маневрировать, чтобы не попасть под смертоносные выбросы лавы. Так. Кого подлатать? Ти-ти-ти-ти. А? И вы сюда. По-моему, вот лава передвигает кристаллы по поверхности. Терри говорит, что это антинаучно. Не слушайте его. Так, берем электронов. Враг пытается помешать рабочим. Гелионы мы, по-моему, не используем. Мы выясняем подробности. Все, окей.
Миражам. Нет, викинги, да, истребители викинги, так. Ладно, посмотрим. Тут еще разберемся. Наш сейсмолог Терри заявляет, что планете осталось 4 минуты. Посмотрим, насколько верны его прогнозы. Ну, нормуль, нормуль. Мне пока норм. Сейчас мы с нашими ребятками. Нужны дополнительные хранилища. Враги мной очень заинтересовались. Какой набор. Ты всегда так? Правда, не понял, с какого фига у меня мои ребята не... Ух ты! Ладно. Пусть это останется тайной. Неужели? Мины есть, значит, скоро будет весело. Еду. Войска улучшены. Говорят, тебе нужна хорошая наемница. Так, забираем. Такой напор. Ты всегда... Скоро извержение. Стабилизатор заряжен на 25%. И пока держится. Но впереди еще так много работы. Ух ты! Войска улучшены. Хранилищ недостаточно. Надзиратели лучше. Обнаружен противник. Будьте начеку. Так. Всплеск сейсмической активности сотрясает поверхность Виридии. А значит, скоро мы увидим лаву. Нам только что сообщили. Лава поднимается. Словно груз с плеч свалился. Такой, в пару мегатон. Груз с плеч, это да. Йен-то я могу. Йен-то у меня хорошо получается. Улучшение завершено. Так, вниз. Все, окей, да. Хорошо. Я вот думаю, парочку викингов. Лава ушла. Но смогут ли рабочие наверстать упущенное время? Так. На пороге. Понял. Раз, два, три. Нужно взлетную площадку есть, обязательном порядке. Ну и не столь обязательно, но тем не менее желательно. Ну давай, уди. Так, па-па-па-пам. Свободные рабочие, да? Есть работенка. Ну да, конечно. Не, идите. Попробуем наверх сейчас. Уже. Скорее в атаку. С радостью помогу. Чтобы использовать бомбардировщики. Враги направляются к нашей базе. Может, тебе интересно? Бомбардировщики пошли. Такой напор. Ты всегда так? Уже в пути. Уровень заряда стабилизатора достиг серединной отметки. Впрочем, ликовать рано. Нет, бедняга. Опять лава? И совсем скоро? Нет, Терри, тебе просто внимания не хватает, признай. А вот ты лава. Все внимание зрителей. Жалко, жалко. Отследуют за мной. Что происходит? Обидно, я его уже не успею поднять, кстати, что самое печальное. Экстренные новости. В зоне катаклизма пробудилась гигантская огненная саламандра. Местные жители прозвали ее Пылкой Салли. И сдается мне, скоро мы узнаем... Пылкая Салли. Сейчас мы пойдем за этой Пылкой Салли. Сообщают, что лава спала, и борьба за восстановление стабилизатора возобновилась. Это закон. Просто чудесно. Отряд атакующих идет на нашу базу. О, хорош. Ба,
База союзника атакована. Войска союзника. Все подзачистили. Прям четенько, четенько, мне понравилось. Не нравится то, что, в принципе, вот Хан с Хорнером нормально в одну базу развивается, им даже не нужна поддержка, по сути. Сейчас пройдемся вот сюда быстренько. Войска союзника вступили в бой. Это же нравится. Красиво говоришь. Противник атакует КСМы. Такой напор. Ух ты, мразота-то. Моих КСМов-то убивать. Космическая платформа готова поддать огоньку. О! Космоплатформа. Нормуль. Противник атакует. Живое мяско в деле. Ой, зря они, кстати, меняют режим на обычный. Приборы снова регистрируют подземные толчки, а значит, скоро лава вновь зальет поверхность. Следите за новостями. С вами Донни Вермиллион. Очередной наплыв лавы. Эвакуация с низин уже должна идти полным ходом. Ну, она тоже здесь наверху, так что все ок. Ладно. Саламандра вернулась на поверхность. Если командиры хотят что-то предпринять, сейчас самое время. Надо еще урон улучшить, я что-то как-то про него совсем забыл. Мои бомбардировщики ждут приказа. Красиво говоришь. Ну и, кстати, да, улучшить всем эти. Поток лавы иссяк. Пока что. И когда он вернется, мы по-прежнему будем в прямом эфире. Повеселимся. Слишком много целей для ребят. Они не успевают их обрабатывать. А вот этот шторм хорош. Зашел, зашел. Вообще огонь просто. Минуснул моих ребят очень прям четенько. Мины готовы. Тик-так, тик-так. Давай, друже, относи всех. Все кристаллики. Приближается враг. Не дайте ему застать себя врасплох. Я попробую здесь все вынести. Это законно? Неужели? Смерть на пороге. Недостаточно минералов. Смотрите. Хлобысь! Все, и никого нету. Ты. И сразу вот сюда идем. Землетрясение. О, здесь может жара вообще, прикол. Огонь просто. На подходе. Еще один выброс лавы. Отвлеклись они на минки немножко. Лава уже поднимается из недр. Дайте шестую камеру. Войска улучшены. Неужели? Вот сейчас лава поднимется, и мы убьем эту маленькую засранку. Саламандра снова на поверхности. Это, конечно, не моя авторская передача, но я все равно выскажу свое мнение. По-моему... Она очень рассержена. Союзники Доминиона варварски расправились с Саламандрой. Давайте спросим себя, кто на самом деле был чудовищем? Ой, да ладно. Направляются к нашей базе. Ты прям такой засранец, что ли? Лава опускается так же быстро, как поднималась. Теперь дело за рабочими. Успеют ли они собрать все кристаллы? Нормуль же. Давайте, ребят, давайте. Смерть на пороге. Требуется больше минералов. Мы все еще ждем, когда рабочие доставят кристалл к стабилизатору. Возможно, это произойдет совсем скоро. Отследуют за мной.
Ну, до взрыва много времени, так что все ок. В принципе, можно уничтожать эту базу нафиг вообще. У меня лимита, мама, не горюй. Мне норм. Ну давай, удиви меня. Смерть на пороге. С радостью помогу. Смерть на пороге. Так. Ну давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вошел жестко очень вошел. Войска союзника. Очень прям жестко меня минуснули. Наши бойцы попали в переделку. Повеселимся. Это было очень жестко. Враги зашевелились. Скоро заявится. Ну, давайте поможем нашим. На пороге. Ну проходи, дружочек. Чё ж ты моих-то ребят оставляешь вообще? На пороге. Им же больно все дела. По мнению нашего сейсмолога, так, вот здесь что-то идет. Терри, я не буду читать эту научную нудятину. У врагов есть маскировка. Ох, мама моя. Так просто не обмануть. Че-то аж прям зафризило все. И снова лава. Войска союзника вступили в бой. Жестенько. Жестенько. Ладно, сейчас будем потихонечку восполнять. На пороге. Лава вновь отступила, оставив после себя кристаллы и выжженную землю. На пороге. Так, ребятки, давайте-ка вы не будете так меня нужно убивать. До разрушения планеты осталось 4 минуты. Эксклюзивная трансляция только на нашем канале. Давай. Судя по расписанию, рабочие уже должны собирать кристаллы. Тех ли союзников выбрал себе Валериан? До полной зарядки осталось всего 25%. Но хватит ли времени? Чего пугаешь? Войска союзника вступили в бой. Мне даже нравится. Красиво говоришь. Это законно? Так. Передвигаемся. Больше минералов. Здесь осталась последняя база. Надеюсь, моих никто не тронет. Еще один всплеск сейсмической активности. Извержение лавы на подходе. Надеюсь, в этот раз будет по-настоящему зрелищно. Дорогие зрители, уровень лавы вновь идет вверх. Мы проследим, как она заполняет низины, выжигая все живое. Не время для романтики, муженек. Стоять. Враги на подходе. Войска союзника вступили в бой. Оставь это мне. Есть работенка. Стоим. Выкладывай. Ждем, пока лава не поднимется. И потом быстренько на базу. Будь. Пошли. Похоже, стихия наконец успокоилась. Давайте проследим, как командиры берутся за дело. Какой напор. Ты всегда так? Давайте попробуем вот этих перехватить, ребят. Войска союзника вступили в бой. Ну-ка. Я много ребят только что потерял. Полетели! В бой! С радостью помогу. Ох, танку бедному не повезло. Конечно, победили. Их победа. Варварски разоренной планетой. Ой-ой-ой-ей.
прям варварски разоренной планеты. Боже ж ты мой, как же жить-то теперь будем? Прям чётенько по максимуму опыта получили. Мне понравилось. Ну, видите, там что-то новенькое даже появилось. Ладненько, неплохо, неплохо. Ну что ж. Увидимся в следующей серии боёв за... Ну, не знаю, за что-нибудь. Ладно. Я вот честно не помню, как за него играть. Ладно. Посмотрим, за кого мы будем играть дальше. Все, давайте, друзья. Всем спасибо. Всем пока.